Уже до начала Олимпиады Полесского государственного университета фойе третьего корпуса было заполнено многочисленными участниками. Олимпиада собрала 139 старшеклассников более чем с 20 школ из различных уголков Беларуси. Проводится она по общеобразовательным и специальным учебным дисциплинам. Во время Олимпиады есть шанс попробовать себя в будущей профессии, оценить, хочет ли школьник поступать именно на это направление. Ну и кроме того, это уникальная возможность пообщаться со студентами и получить опыт общения. Направление Олимпиады – это финансовая грамотность, экономическая азбука, информационные технологии и другие. Это мероприятие направлено на развитие творческих способностей учащихся, формирование интереса к познавательной и исследовательской деятельности. Содержание заданий ориентировано на развитие активности и самостоятельности учебной и научной деятельности старшеклассников. Я решила принять участие в этой Олимпиаде, потому что я думаю, что эти знания пригодятся мне в будущем, возможно, при поступлении. И я хотела продуктивно провести свои каникулы. Я буду сюда поступать, и мне интересно, и я хотела бы попробовать сдать какие-то вот эти пробные на экономику. Я решил принять участие в этой Олимпиаде, потому что я считаю, если я как-то себя проявлю на этой Олимпиаде, это, возможно, это как-то зачтется при поступлении в этот университет. Я планирую сюда поступить, возможно, на физико-математический. Хотелось бы, конечно, на филологический, но, по-моему, его не будет в следующем году, поэтому пытаюсь как-то проявить себя, может, это зачтется. Данная Олимпиада, она позволяет проявить свои качества и знания в области экономики. Это Олимпиада, и пусть победит сильнейший. Кроме предметов и заданий, которые предполагали работу в аудиториях, старшеклассники, заинтересованные в учебе на факультете здорового образа жизни, смогли попробовать свои силы в выполнении спортивных нормативов, которые необходимы для поступления. Наши ребята сдают контрольные упражнения, которые являются основой программы для вступительных испытаний для абитуриентов Полесского университета. У нас присутствуют школьники, которые заинтересованы в своем здоровье, для которых физическая культура и спорт много значит в жизни. А многие из них, конечно, придут поступать в Полесский университет, и мы будем очень рады их видеть у нас. Кроме Олимпиады, проходил параллельно и стартап для школьников. На нем проректор по учебной работе Светлана Вертай рассказала старшеклассникам об этом новом направлении работы и об основах создания стартапов. Дело в том, что технологический прогресс, развитие науки, они ведут к тому, что в ближайшее время появятся профессии, название которым мы сейчас даже не знаем. И, в общем-то, формировать это будущее будут те люди, которые сейчас работают, учатся в школах. Поэтому Полесский государственный университет, как университет исследовательского типа, заинтересован в том, чтобы на его базе развивались высокотехнологичные и наукоемкие стартапы. Для этого есть и все возможности, и условия. Стартап школы для студентов Полесского государственного университета проводится уже в течение 2 лет. Однако в такой форме стартап прошел впервые.